спектакль-коллаж по мотивам карикатур датского художника Херлфа Битструпа понятен зрителю любого возраста и всех стран. В пасхальное воскресенье актеры театра «Самарская площадь» дали представление «Играем Битструпа» в 182-й раз. Ведущая актриса Наталья Носова уже 25 лет участвует в спектакле и убеждена, что он еще долго продержится в репертуаре. Здесь вот всем понятны вот эти вот рисунки, ну, потому что он гениальный Битструп. Вот, то есть это вот такие вот простые житейские истории, которые вот каждый, в каждой миниатюре узнаваемая ситуация. И именно вот то, что в основу легли карикатуры гениального художника, мне кажется, именно это и дает вот долгую-долгую жизнь этому спектаклю. Редкий для Самары жанр пластического спектакля покоряет незатейливой простотой. За четверть века сменилось 5 составов актеров. Молодые артисты импровизируют, вносят свои эмоции и харизму. Сам пластический рисунок постановки остался прежним. Что такое пантомима? Это вид искусства достаточно ограниченный. То есть там есть определенный набор штампов, который придумал не только там Марсель Марсо и так далее. Набор штампов. Но как это вот, как я не знаю, вот этот расклад в преферансе, как они ложатся, эти штампы. И если у тебя есть немножко здесь и немножко здесь, ты можешь эти штампы таким образом перетоставать, что это будет очень красиво.